Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать великолепный сорт томатов «Волшебная арфа». На самом деле это гибрид F1, но он невероятно урожайный, невероятно вкусный, годится как для засолки, так для веления, так для салатиков. Очень, настолько он вкусный, сладкий, что его дети просто срывают и едят так. Мой сын любит его есть, эти томаты просто так вот, срывает как ягодки. Это черри небольшие, где-то примерно 20-30 грамм. Спеют дружно снизу вверх. Этот сорт мне понравился тем, что на всем протяжении куста плоды прям увешаны, куст увешан до потолка этими плодами. Очень их много, куст высокорослый, больше 2,5 метров, и прям до самого верха он формирует завязи, не скидывает их, не боится ни холода, ни жары. Вот у нас в Сибири практически не было лета, и тем не менее, посмотрите, как хорошо он вызрел. Первые томаты у нас появились уже в середине июля, и вот потихоньку, то есть сейчас у нас конец августа, и где-то только на верхней части теплицы он еще спеет. Чуть-чуть там вот макушечка у меня осталась, я еще не собирала. Вот так вот он выглядит. Я сажаю свои томаты, 2 томата в одну лунку, ввела в 2 ствола, и посмотрите, какая у него урожайность. Вот так они выглядят, если их собрать. Примерно с одного куста получается ведро таких томатиков. Очень они вкусные, сладкие. Я хотела их завялить, но, увы, дети все съели. Очень он вкусный, очень сладкий. Я рекомендую данный сорт. Брала от производителя «Поиск». Покупала еще в прошлом году семена, у меня еще осталось достаточно прилично, потому что я сажала всего 2 семечка, и они оба взошли. Если вы данный сорт выращивали, напишите об этом в комментариях, понравился он вам или не понравился. Всем пока-пока, всегда с вами Елена.